Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, начальник управління житлового господарства Андрій Миколаївич Палько. Ми будемо говорити на актуальні проблеми цієї галузі в місті Миколаєві, також відповідати на ваші запитання. Якщо у вас будуть цікаві коментарі, дзвоніть до нас за телефоном 76-92-42 і ставте запитання нашому компетентному гостю. Ми будемо говорити про тарифи, проблеми та перспективи, тож долучайтесь до нашої розмови. Тож, моє перше питання. Давайте поговоримо про те, які ж послуги повинні надавати ЖЕКи, що туди входить, і про тарифи за ці послуги. І як ці тарифи регулюються на місцевому рівні, за що відповідає саме міський департамент. Прошу. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Если говорить по поводу тарифов, то на данный момент тарифы на жилищно-подсобные услуги, то бишь квартирная плата простонародняя, да, она утверждается на местном уровне, то бишь исполнительным комитетом городского совета. Тарифы на содержание жилья у нас были разработаны и приняты в начале 2009 года. За это время, то бишь 6 лет, изменение произошло только по двум составляющим этого тарифа. Это вывоз твердых бытовых отходов и электроэнергия мест общего пользования и лифтов. Вот это вот два вопроса, которые были пересмотрены тарифы. Все остальные услуги остались на уровне цен 2009 года. Поэтому вопрос назрел о том, что необходимо менять ситуацию в этом направлении, потому что, с одной стороны, потребители не видят качественных услуг, с другой стороны, и предприятия не могут их оказывать в связи с тем, что являются они экономически необоснованными. То есть, мова может идти про певне підвищення наступного часу. Речь может идти как и о повышении тарифов квартирной платы, так само и вопрос о создании в соответствии с действующим законом, который регламентирует о том, что люди должны перейти в какую-то новую форму управления. В первую очередь это объединение с владельцем квартирного дома. Для того, чтобы эффективно использовать эти ресурсы, для того, чтобы понимать, что мы делаем и как мы делаем, потому что, по сути, больше 90% коммунального жилья, которое сейчас в городе Николаеве, оно уже приватизировано, поэтому оно уже не коммунальное, оно уже частное. И необходимо эти вопросы, естественно, заниматься собственником. Трошки забегаем наперед, давайте все-таки поговорим добре про ОСББ. На каких условиях треба объединять ці співтовариства власників будинків? Чи це повинна бути 100% згода всіх мешканців житла? Чи все ж таки можна заключати ці угоди без більшості? Вопрос о создании ОСББ говорит закон об объединении с владельцами, что должно быть более 50% от собственников данных помещений. Поэтому говорить о 100% явке такого, к сожалению, это просто нереально. Тобто не всі люди хочуть брати участь у житті будинку? Даже фізично. Тот заболел, тот командировки, тот ще где-то. Поэтому такого варианта о том, что все присутствовали все 100% жителей, такого никогда, ну, в моей практике такого не было. Есть разные варианты, там 60, 70, 80%, но 100% никогда не буває. Да. Давайте поговоримо про тарифи у випадку об'єднання в ОСББ. Як зміняться ці тарифи і чи буде певна економія або не економія? Тобто на якому моменті можна оптимізувати витрати, якщо мешканці об'єднаються в ОСББ і будуть спільно вести господарство? Економія в цьому випадку з'являється однозначно. Пример, який є в місті Миколаєві, у нас около 300 ОСББ створено. Вони самі формують тариф, вони не залежать ні від кого в вопросах формирования этого тарифа. То есть они на общем собрании принимают тот тариф, который они считают за нужное. Единственное, что есть ограниченная норма, которая говорит о том, что тариф не должен превышать 3,60. И принимают тариф объединения с владельцем квартирного дома, они могут этот на свое усмотрение принимать тариф, и те люди, которые должны получать льготы, субсидии, они в рамках вот этого ограниченного нормы могут получать вот эти вот льготы и субсидии.
на свои услуги. Давайте поговорим про... И экономия еще в чем здесь появляется? Угу. На сегодняшний момент вот рынок обслуживания жилья в городе Николаеве обслуживанием занимается 17 предприятий. Разные формы собственности, но проблема у них единая. Это налогообложение. На сегодняшний момент система налогообложения, которая присутствует в жилищно-коммунальных предприятиях, занимает процентов 35-40, если взять по общей массе. Потому что есть подоходный налог, есть пенсионный налог на работников, есть налог на социальные взносы и так далее и тому подобное. То есть в структуре тарифа, который есть, по новым, которые нам указывает государство, должны формироваться на основании постановления Кабинета министров. И вот эти вот нормы обязательны к использованию. В ОСББ такой нормы нет. То есть есть там руководство ОСББ. ОСББ является неприбыльной организацией, поэтому оно не облагается настолько налогами. И вот эту вот дельту экономии наш ОСББ использует, то есть они принимают тариф, например, такой, как городской, там вот 2 гривны, там либо 2,20, и за счет экономии по налогам они формируют себе такой вот резервный фонд. Подушку безпеки. Резервный фонд. Этот резервный фонд у них накапливается. При этом они создают два счета. Один счет это на текущие расходы, и один счет на проведение расходов более таких серьезных. Накапливается какая-то сумма, там 5, 10, 20 тысяч, и потом они правлением, решением решают. Ну, вот что у нас вышло из строя, что нам в первую очередь надо. Нам необходимо поменять там окна в подъезде, там, либо поменять там водопровод, либо канализацию. И тогда с этого счета они снимают, покупают и делают. При этом могут нанимать людей, которые там на едином налоге, там, либо, ну, да, и прямо тем, там, дядю Петю, который живет там в пятой квартире, который знает, как вертить и прочее, ему там сказали. То они домовляются с теми, да, кто будет, да, выполнять эти, то, работы. То есть это тоже немножко это не нормально, потому что любой труд должен быть сертифицированный и допущенный. Но такие практики есть. Ну, с другой стороны, если он живет в этом доме. Да, если он живет в этом доме, он заинтересован в том, чтобы у него все работало якісно, хорошо. Да. Давайте поговорим про такий момент. Якщо люди об'єднуються в ОСББ, але, наприклад, є проблеми в цьому будинку, наприклад, там елементарно обшарпаний фасад або дах, який тече. Хто повинен це ремонтувати перед тим, як вони об'єднаються? Все ж таки це робота ЖЕКів чи це буде робота самих мешканців? Здесь вопрос такой более глобальный. Вже, з одного боку, більшість житла приватизовано. Бытует мнение у наших граждан, как и у жителей, о том, что работы должен провести ЖЭК, либо кто-то со стороны. Давайте посмотрим в реальность. Мы, по сути, больше 90% жилья приватизировали. Мы являемся собственниками этого жилья. Что мы потратили при покупке этого жилья? Мы почти ничего не потратили. И мы хотим о том, чтобы еще пришли, нам сделали этот ремонт. Надо забывать об этой практике, потому что этого не будет. Необходимо работать в партнерских отношениях. На сегодняшний момент для ДХСББ есть масса программ, масса грантовых возможностей помощи в реализации тех или иных проблем домов. Это и постановление Кабинета министров, которое говорит о том, что для ОСББ 40% от материалов, которые они берут кредит, погашается за счет государства. Это и программа реформирования, которая у нас работает в городе Николаеве для домов, которые переходят с коммунальной собственности в ОСББ, на условиях 10 на 90. 10% люди собирают, 90% дает городской бюджет. Это и разнообразные гранты, европейские, американские и прочие, на поддержку развития тех самых ОСББ. И вот пример вот этих 300 домов, которые есть. Там разные дома. Есть дома, которые были еще там 19 века постройки, но они создались, и они шаг за шагом, участвуя в разнообразных грантах, программах, сделали из своих домов очень комфортное жилье.
На сегодняшний момент уже некоторые дошли до того, что они просто устраивают на своей территории придомовой тротуарные дорожки из плитки, клумбы, газоны, потому что они уже привели в надлежащее состояние. Поэтому здесь не надо бояться и не надо думать, что кто-то придет со стороны. Необходимо, первое, это воля людей. Если я хочу жить комфортно, а не говорить о том, какой плохой ЖЭК, какой плохой городской голова, там, либо плохой какой там чиновник, депутат и прочее. Надо подумать в отношении того, а что я сделал сам. Если я собственник, если я хочу жить комфортно, я должен, первое, захотеть этого и решить о том, что я хочу жить комфортно, а в дальнейшем работать с тем, чтобы сделать комфортні умови в своєму домі. І готовий викладати деяку суму грошей для того, щоб все було якісно. Звісно. Але люди, які в це діло пішли, вони кажуть, ми довольні цим. Ми довольні, ми зробили багато, і ми живемо, і ми не говоримо про те, що где-то як-то. А дома вже різні, різні проблеми були, різні нюанси. Городські власті повинні в першу чергу способствувати і допомагати. Но они не должны подменять собственника в лице людей. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете подзвонити в студію, поставити запитання мені або моєму гостю за телефоном 76-92-42. Ми говоримо на теми житлово-комунального господарства. Повертаючись до нашої бесіди, все ж таки у наших городян є чимало зауважень до роботи ЖЕКів. Буває навіть нарікань, і хотілося б дізнатися, як регламентується взаємовідносини між мешканцями і ЖЕКом, чи повинен бути угода, де цю угоду можна побачити, знайти, потримати в руках. Ну і зрештою, куди скаржитися, якщо прорвало трубу, її довго ремонтують. Куди стукати, хто за це повинен відповідати і яким чином? Актуальне питання, погодьтесь. По порядку, взаємовідносини між жилищно-комунальними підприємствами і жителями базуються на основі договору. Договор этот есть типовый, он прописан и в постановлении 569, где расписаны, какие именно условия, права, обязанности одной и второй стороны. Также по поводу того самого договора, то есть какие-то моменты, есть какие-то нюансы, которые люди хотят, чтобы были дополнены, либо убраны. То есть этот вопрос решается путем протокола разногласий. После чего уже идут договорные взаимоотношения. С одной стороны, есть права и обязанности потребителя, права и обязанности исполнителя. По поводу контроля этих услуг, ну, пока что на данном этапе, это есть у нас и антимонопольный комитет, и центр защиты, и защита прав потребителей, и те самые депутаты городского совета, и те самые чиновники того самого департамента ЖКХ, которые приходят и говорят, что там какие-то есть моменты недобросовестного воздействия, либо неспособность действий того самого там, слесаря, электрика, либо начальника ЖКХ. Давайте сделаем паузу, послушаем телефонный звонок. Доброго вечера, вы в эфире, слушаем вас уважно. Алло, здравствуйте. Витаю вас. Здравствуйте. Это Иванцов Иван Яковлевич вам хочет задать вопрос. Скажите, а вот новые формы, которые образуются, льготы там будут сохраняться? То, что сейчас в ЖЭКе есть льготы, там военный пенсионер и все остальные. Или в новой организации этого не будет уже? Спасибо за вопрос. Я об этом говорил, наверное, немножко пропустили. То есть в ОСББ присутствуют все льготы, которые предусмотрены государством. Поэтому вне зависимости от того, что мы переходим в ОСББ, либо в какую-то иную форму, если человеку прописана льгота, как дитю войны, ветерану, инвалиду, они все сохраняются, они все присутствуются, и они все предоставляются жителям, вне зависимости от того, в каком, ну, в какой форме они находятся по обслуживанию жилья и прочее. Давайте поговоримо, чи можна відмовитися від частини послуг ЖЕКу? Чи вони є автоматичними, універсальними і невідворотними? Наприклад, якщо прибирають неякісно, люди вийшли, сказали, та ми не хочемо заплатити за те, що прибирають, ми наймемо свого. Тобто, я образно кажучи, вітаю. Так, це допустима форма, але, звісно, коли є альтернатива. На сьогоднішній момент в місті Миколаєві діють тарифи, которые в ограниченном количестве.
У нас есть решение исполкома, не скажу вам сейчас, какой именно номер, но там определен минимальный перечень услуг, которые должны предоставляться дома, потому что это услуги, которые несут безопасность и надлежащую эксплуатацию дома. В целом, по постановлению тому самому 569, там прописан перечень услуг, которые могут предоставляться, их больше 20. На сегодняшний момент предоставляется 7 услуг для жителей города Николаева. Это освещение лестничных клеток, освещение электроэнергии для работы лифтов, это вывоз твердых бытовых отходов, это подметание, уборка придомовой территории, это обслуживание внутридомовых сетей, это проверка дымовентиляционных каналов и текущий ремонт. Вот эти вот 7 услуг, которые на сегодняшний момент предоставляются. Кроме того, там еще есть ряд очень, ну, большое количество других услуг, которые могут оказываться, могут не оказываться. И если люди хотят от этой услуги отказаться, то они должны показать альтернативу, потому что это влияет на безопасность, либо эстетику того самого, ну, как сказать, мы отказываемся от работы дворника. Ну, потом, что будет, на придомовой территории будут там пакеты, будут листва, то есть они должны показать какую-то альтернативу. Если мы отказываемся от проверки дымовентиляционных каналов, а не дай бог потом какой-то летальный исход. Упал там, голову упал, либо кирпич упал, и что, кто потом за это будет отвечать? Поэтому вопрос этот серьезный, и если услуги какие-то не обязательны, то путем собрания людей, решения какой-то инициативной группы, можно принимать протоколы и отказываться от этих дополнительных услуг. Если касательно обязательных услуг, то должна быть альтернатива. Обов'язково. Зрозуміло. Давайте поговоримо про таке прикре явище, як заборгованість. Якщо частина мешканців будинку справно сплачує за енергоносії, за ресурси, за прибирання, тобто ці всі передбачені платежі здійснює вчасно. Але частина, наприклад, не платить. І як в такому випадку бути іншим мешканцем цього будинку? Тобто вони можуть розраховувати на повне відключення, чи все ж таки, як робота ведеться з такими от неплатниками? Як їх називають злісні неплатники? Да, є таке явлення, к сожалению, це біч не тільки города Николаєва, це біч всієї України. Почему это плохо? Некоторые думают, что вот там ЖЭК там или кто-то не выполняет услуги, и значит я не буду платить. Но, к сожалению, это мы делаем хуже только себе и нашим же соседям. Почему? Потому что вот услуги, которые я назвал, из них большая половина этих услуг это являются контрагенты. Это те самые налогообложения, это то самое электроэнергия, те самые ТБО, те самые лифты, то есть это услуги, которые идут транзитом на другие организации. Что происходит, когда человек не оплачивает? Не выплатить заработную плату сотрудникам предприятия – это уголовная ответственность для руководителя. Не выплатить налоги, штрафные санкции на предприятие, вплоть до закрытия счетов, соответственно, это парализует работу предприятия, обслуживание. Штрафные санкции, если электроэнергию вовремя не платить, вывоз ТБО, ввозчик может сказать, я не буду вывозить. То есть эти услуги приходится и нужно оплачивать своевременно. Ну, это сделаем паузу у нас, да, для телеглядачів приоритет. Прошу, вы в эфире, доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Группа Карпенко 6, 15 числа во втором подъезде был пожар на лестничной клетке. Погорели вот там, где пробки. Вот это гнездо называется или что. Вот в течение недели нам, спасибо большое, сделали буквально через сутки свет, потом через там пару дней кабельное, и вот сегодня уже телефон заработал. У меня такой вопрос. Как нам быть вот с этим черным подъездом? У нас только, ну, вот она чернота, вот как бумага рентгеновская. Такое черное. Мы вдвоем на лестничной клетке, ну там еще девочка молодая, мы не полезем туда. А в прошлом году мы собирали деньги по 120 рублей, там еще дополнительно было, в общем, делали ремонт. Как нам в этот раз поступить? У нас не было телефона, я, правда, еще не звонила в ЖЭК, потому что только сегодня телефон восстановили. Спасибо за вопрос. Если можно, вы там оставьте тогда номер телефона контактный ваш в студии, для того, чтобы можно было с вами связаться. Прохание режиссера сделать запись. Я
поразбираться с этим вопросом, потому что если вы в прошлом году уже сдавали по 120 гривен, будет несправедливо, что вы опять же собираетесь по 120 гривен, поэтому постараемся помочь вам и разобраться в причинах, почему там произошел пожар, либо это было короткое замыкание, либо было что-то злой умысел, и помочь вам в этом вопросе. Дякуємо за коментар. Таке питання, воно, напевне, цікаве дуже багатьох наших телеглядачів. От ми будемо наступно через декілька днів говорити про альтернативні джерела енергії та методи економії на ЖКХ. І дуже багато людей от в коментарях, в інтернеті пишуть, що це дуже дорогі технології. От ви як фахівець можете сказати, що можна зробити такого оптимального в побуті звичайному рядовому пересічному громадянину, щоб трошки менше платити, якісь, можливо, елементарні ходи, які ми випускаємо з поля зору, але які дозволяють зекономити. От, тим паче зараз іде зима, хоч і дуже тепло, як зараз. От, прошу, де можна зекономити такими очевидними шляхами? Є дуже багато методів елементарних, які не потребують значительних фінансових ресурсів. Вони не секрет, вони розповсюджуються в середах масової інформації, і так йде від от человека к человеку. Элементарные вещи, если брать водоснабжение. Не обеспечивать проливную воду, а взять, набрать воды, помыть посуду, слить. Если работа унитаза, то отрегулировать бачок на работу на экономном режиме, для того, чтобы не дополнялся он полностью, а частично. Если принимать душ, то тоже там аккуратно посмотреть там на лейку, которая там, то есть это такие вещи, которые можно сделать. Ну, сколько я знаю, душ это взагалі в 5 раз в экономии. Да, душ сразу это экономит, потому что набрать ванну и душ это совсем разные вещи. Если вопрос взять по электроэнергии, то тоже. Сейчас у нас полным ходом продаются вот эти все эконом-лампы, светодиодные лампы, которые дают экономию. Они изначально дорогостоящие, потому что они не дешевые, но они окупаются и дают очень значительную экономию. Давайте сделаем паузу, поговорим про это позже. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Витаю вас. У меня вот такой вопрос. Вот мы говорим об утеплении квартир. А что, как утеплять квартиры, если у нас в домах батареи в стенах? Что отапливается? Улица? Стены едва-едва теплые. И, ну, в основном сейчас у всех окна пластиковые. Это раз. А во-вторых, вот вы говорите, что люди, которые выкупили квартиры, и что они вложили. Да мы еще ни одного месяца не было, как выкупили квартиры. Мы же все равно платим, как и все, коммунальные услуги. Спасибо за вопрос. Мы же вкладываем какие-то деньги. А попробуйте позвонить ЖЭК и сказать, что в подъезде света нет. А говорят, ЖЭО не дает лампочки. А в ЖЭО посмотрите, какие делают ремонты. Именно в ЖЭО. Дворец сделали. Вот такой вопрос. Дякую. Спасибо за вопрос. Отвечу тогда по порядку. Значит, первое по поводу батарей в стенах. К сожалению, есть такая серия домов, которые в свое время строилось. Они были все, да, это был такой тип зданий, в котором было принято каким-то архитектором, инженером такое техническое решение. Я думаю, мы понимаем, что в то время, когда строились дома, вопрос энергосбережения не задумывался вообще никто. То есть строились, была тогда задача другая. Быстро построить жилье, дать людям квартиры для того, чтобы после военные годы, тогда, когда было строительство, чтобы люди жили в своих жилье. Поэтому в таких домах на сегодняшний момент проводится определенная реконструкция тепловой сети. То есть со стояков, которые идут по отоплению, глушится батарея, которая находится в стенах, и замыкается, ставится новая батарея в квартире. Тогда мы не топим улицу, а топим непосредственно свою квартиру. По второму моменту, то, что вы говорите, что мы все-таки платим какую-то сумму в ЖЭКе, надо не путать вопросы, связанные с обслуживанием дома и работы капитального характера. Работы текущего ремонта зданий появились в тарифе квартирной платы с 2008 года. До этого не было вообще. И текущий ремонт – это не капитальный ремонт.
это работы 2-3 метра трубы поменять, сделать там 5-10 метров крыши. То есть это работы латочные небольшие. А работы капитального характера – это те работы, о которых мы говорим. То есть наш жилой фонд не молодеет, он имеет уже определенный износ. И где-то необходимо проводить работы капитального характера. Yeah. И вот эти работы капитального характера в тарифе квартирной платы нету. Мы за них не оплачиваем и никогда не оплачивали. И больше того, хочу сказать, что в свое время, когда до развала Союза, люди оплачивали меньше 10% от реальной себестоимости обслуживания дома. Остальное брало на себя государство. На данный момент в тарифе квартирной платы порядка 10% берет на себя город, который не входит в тарифы квартирной платы. И работы капитального характера проводятся, как, к сожалению, не в том объеме, в котором бы хотелось, но все-таки работы проводятся за счет уже тех поступлений, которые идут в городской бюджет. Дякую вам, шановні глядачі. На цьому час нашої програми вичерпано. На жаль, я мушу ставити крапку. Разом зі мною був заступник директора Миколаївського департаменту ЖКХ Миколаївської міської ради Андрій Палько. Дякую тим, хто приєднався до нашої розмови. Прошу вибачення в тих, хто не встиг, але ми до цієї теми ще будемо повертатися. Олександр Молодцов, на все добре.